te lleva Esmo. Какая прелесть. Отец рассказывал, когда горел Тейлбридж, стало светло, как днем. Или так дымило, что стало совсем темно, не помню. А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да? О-хо-хо-хо. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На этих улицах я такого дерьма повидал. Мор, пожары. Война опять же. С Блэкбруком, да? Скорее грызня, чем война. Вот если соседи узнают, в каком мы дерьмище, тогда ты увидишь настоящую войну. Интересно. Барон может как-то остановить эпидемию? Мы ждем приказа изолировать всех, кто делил крышу с морочниками. Дом за домом. Что? Это уже серьезно. Вот дерьмо. Слушай, а доплачивать нам будут? Это что, закоулок стражи? Надо идти тише. С такой рожей, что даже чесальщики побрезгают. Попробуйте, мол, ее рассмешить.
Заперли ворота, тупица. Барону бы толкнуть речь о блокаде, как он умеет. Народ любит красивые речи. А когда кто-нибудь в последний раз видел его лицо? Зарезаю.
Дженнивер? Простая простуда, сэр, я уверен. Это не мрак. Через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Пусть захватят. Я не нытик, но здесь становится опасно. Вот бы мне горячего кофе. Что-то мне дурно. Может, сегодня получится поспать?
Mm-hmm. 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 Mm-hmm.